Группа сенаторов Конгресса США направила письмо президенту страны Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против Ирана в связи с недавними ракетными испытаниями. Среди подписавшихся в обращении представители обеих партий в Сенате. Они заверили Трампа, что поддержат его усилия по привлечению Ирана к ответственности, как сообщает агентство Reuters. Глава Белого дома уже готовит пакет новых ограничений для Исламской Республики, и они могут быть введены до конца этой недели. При этом санкции не будут распространяться на соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы.